那。Это верно. От тех сливок у меня болит живот. Не тронь! Да? Это Грифон ее подрал? Лину? Да. Напал, когда нашла ночью через лес. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые известны из-за любви на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка лечит внутренние кровотечения. Но? Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. Она все равно умрет. Да, тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет не так, вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай, как знаешь. У тебя есть какие-нибудь травы на продажу? Кое-что найдется. Расскажи что-нибудь о себе. Может, вспомнишь какую-нибудь историю? Только грустную. Знаешь святилище Мелителя в Эландере? Знаю ли? Да я сосчитать не могу, сколько раз там был. Сколько раз мать Ненеки накладывала мне швы. Мы, должно быть, разминулись. Я училась у нее целительству. Но когда меня приняли в обитель, мне было 18.
А в этом возрасте у девушек на уме не наука, а любовь. И был такой парень, Гослов. Когда он за работой снимал рубашку, у юных послушниц все валилось из рук. Я бросила ради него обитель. Мы провели чудесное лето. А потом он бросил меня. Мать Неннеки не захотела принять меня обратно. А родители дали мне только дорожный плащ и тощий кошель. Без единого слова. Долго я не могла найти себе места, пока не попала сюда. Вот и вся история. Будь здорова. Да? У меня есть эликсир для Лины. Ласточка. Вестник весны и символ возрождения? Подходящее название. Увидим. Как я говорил, он может ей навредить. Очень сильно. На меня он действует сразу, но у меня обмен веществ быстрее. У нее эффект проявится через пару дней. Так что ты решил-то? Лучше попытаться, чем сидеть сложа руки. Нравишься ты мне, ведьмак. Вот, возьми маленький подарочек. За то, что тебе не все равно.
зло миновало. Откуда боги привели? Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. Если у меня сын родится, назову Геральта. Боги вам в помощь. Дядька говорил, ты убил чучело, что ело людей. Только молиться и просить, чтобы нас зло миновало. Ну, сейчас. Земной поклон. Ничего не остается, только молиться и просить, чтобы нас зло миновало. Ничего не остается, только молиться и просить, чтобы нас зло миновало. А я сегодня получаю... На! Пошла! Болтаешься тут, словно говно в проруби. Ведьмаки поганые.
Шевелись, плотва. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уже лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки. А после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила полкувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз, непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно. А он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Она в горячке. Ничего вокруг себя уже не видит. Плохо ей, сударь. Очень плохо. Но! Не торопись! Есть кто? Наверное, на охоту ушел.
Следы свежие. Мыслов только что вышел. Ты Мыслов. Слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нильфгаардцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Это о вас в деревне говорят. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы, корову на мясо. А дворнягу? Разве что пнут походи. Но избивают эти шавки в стаи. Голодные, исхудавшие, все в струпьях. А подыхать не хотят. Потому умные. Умнее даже, чем лисы. И страх, как озлобленный на людей. Уже на кого-то напали. Ну и ветер. Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите, не хочу я об этом говорить. Не настаиваю. Так что, покажешь, где нашел нильфгаардцев? Ты знаешь что-нибудь об этом Грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу, так что даже Грифон не приметит. Это здесь. Один лежал там, у пенька, без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый грифон, с которым я имею дело.
Вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Нильфгаардцы здесь что-то отмечали. Но Грифон их прервал. Лагерь? Земля черная от запекшейся крови. Давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах. Наверное, нильфгаардцы. До Грифона, точнее то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И долго умирал. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй грифон — самец. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодости и так на всю жизнь. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость, густое оперение. Королевский грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нильфгаардцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Thank you.
это место силы. Шевелись, плотва. Медальон дрожит. Это место силы. Несчастный колодец. Полуденница? Интересно, что она здесь делает. Thank you.
Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. Пятна крови едва различимы. Кого-то сюда тащили еще живым. Следы окровавленных ладоней. Руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Странно. Она не нападает. Она исчезла. Но завтра наверняка вернется. Что-то ее здесь держит. Похоже, полуденница не отходит от колодца.
Следы крови почти исчезли, но нитка крови по-прежнему видна, что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина, судя по зубам, лет 30, без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, рука отвалилась, потому что на ней было надето что-то тяжелое? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. Широкий таз, маленькие четки. Надо сжечь останки, а перед этим по... Придется прыгать. Улов удачный. Браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. Thank you.
Надо подготовиться. Сделать масло от призраков и выпить. Медальон дрожит. Это место силы.
Чертяка змееглазый. Приветствую. Дай-ка взглянуть. Береги себя. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака убивать. По другую сторону реки, а оно чье? У леса-то? Воины из Кремков.
Хороший он мужик, сударь-ведьма. Вот только не... Да-да, а этот Боин не решит вдруг на урожай свой посмотреть? Да с чего бы? До жатвы еще далеко. Ну, головы-то обратно не пришьешь. Говорят, положили тело его в склеп.